я хотел бы, чтобы слушать, чтобы меня слышали голос ветераны Великой Отечественной войны России, мои друзья, мои побратимы. Я с вами, друзья, если вы слышите кто-то, уже много лет мало осталось нас, то в конце концов обратиться совет Путину. Что ж ты делаешь, брат? Посылают ваших внуков, которые убивают моих, наших внуков. Моего внука убило. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.